Но на самом деле, когда мы снимали клип, мы даже не ожидали, что мы получим награду. Да? Мы в течение года приняли решение, когда мы узнали о данном фестивале, мы приняли решение, и теперь мы жалеем, что мы выставили только одну работу, потому что у нас есть ряд работ, которые, я думаю, что претендовали бы на «Золотого дельфина». И самое главное, что теперь к следующему году мы подготовим большее количество работ и примем участие не только в этом фестивале, но также и в «Каннских львах». Это именно за рекламные ролики.